Всем ассаламу алейкум, друзья, коллеги. Первый заказ копилки. Я думал шарик, но ничего страшного. Каратышонок бахнули. Шарик почему-то не горит, но мы сейчас поедем в ту сторону. Как вы можете заметить, это моя лайба. Блин, фары как будто синим, да, цвечует. Так сделаем. Это моя лайба, 19-й год. Luxury line, комплектация люк. Ну не панорама, а люк. Ну, многие уже заметили эту машину. Luxury line. Все по фэншую. Так, я надеюсь, будет видно меня. Кепку я сниму, не переживайте. Просто мне почему-то в последнее время нравится в кепке ходить. Нет. С пассажирами я снимаю. Короче, сегодня у нас пятница. Включу 12-часовой промокод. Я надеюсь, что заработаем очень хорошо. Но эта неделя была самая тухлая. Почему? Потому что все прекрасно знают 22 марта, что произошло. Так что не отчаиваемся, работаем, держимся. Всем огромное спасибо, кто поддерживает меня в виде лайков и подписки. Наконец-то открыли этот долгожданный путепровод, да, новая дорога. Вот эта, которая соединяет. Вот это нельзя было убрать, а? Тук-тук. Туда ехали, а мы прям. С кайфом будем теперь летать. С кайфом. Здесь этого нету. Смотрите, настолько гнида этот шарик, конечно же. Видит то, что я уехал настолько далеко. Вот, настолько далеко. Ну, то есть, когда я рядом был, не скидывал проводника. Тварь, да? Ну и иди в жопу теперь. Все, я здесь стою, жду, выжидаю заказиков. Друзья, если вы ищете надежный парк, то я вам рекомендую Эксперт Парк. Почему? Да потому что они из крупнейших парков, которых я встречал и в которых я работаю. Знаете, на данный момент сколько у них заказов выполненных? 19 миллионов. Я сейчас вот сюда скриншот поставлю. Эксперт Парк – крупнейший партнер Яндекс.Доставки, такси, а также сотрудничает с Яндекс.Едой. Если вы хотите работать легально и ищете надежный парк, то я вам рекомендую Эксперт Парк. Сниженная комиссия 40 рублей в сутки, моментальные выводы, 4 способа вывода, выбирай, который именно подойдет тебе. Бонус! Приведи друга, 1500 рублей в кармане. Поддержка работает у них круглосуточно, я сам лично проверял. Также есть возможность работать как физлицо с комиссией парка. 50 рублей в сутки, напоминаю, 50 рублей в сутки, если не работаете, не снимают. Переходите на сайт Эксперт Парк, звоните, уточняйте. Так что все ссылки в описании, дерзайте. А мы что, погнали дальше работать? Не, ну такой заказ брать, конечно же, это вообще нецелесообразно, согласитесь. Или вы бы взяли поехать в Балашку и обратно вернуться. Вот запомните, пока вы доедете, будет 7 часов, да, грубо говоря. И когда вы обратно начнете ехать, там уже будет пробка жуткая. 2 часа это среднему посчитал. Там минимум 2,5 часа бы вышло. Так что ты мой цветочек, отстань. Такие заказы не скидывай. Сейчас заказ взял с платной подачи. Есть. Ивана Франко. Кунцевская. Кунцевская. Б.
БКЛ, кто знает обозначение. Большая кольцевая линия. Спустя 40 минут или час. Сейчас последний заказ я завершил. Так. Угу. Завершил я этот заказ. Ошали час. Через 7 минут будет час, как я его завершил. И заказы скинули, конечно же. 4 километра. Взял, отменили первый. Потом пришел вот такой вот заказ, я его тоже отбортанул. И потом вот такой вот Домодедово тоже отбортанул. Так, сейчас что, надо двигаться уже в центр? Ну да, жесть. Просидел, конечно, уйма тучи времени. И нифига. Ладно, погнали. Чё? Получаем вот такой вот заказ. 6,5 километров. Отменит, отменит, не отменит. Ну и ладно. Я еду в ту сторону. Все равно. Так, Нагорная. Метро Нагорная. Если в центр, это отлично будет. Если нет, то будет печально. Ну, посмотрим, отменил. Ну, спасибо, что мне включать по делам, что ли, ё-моё, что такие заказы не приходили. Я был бы, конечно, в ярости от такого поступка самого себя. Ну, неужели с коэффициентом заказ? Пересаивайся. Летняя Москва, она очень прекрасна. Зимой своя атмосфера. Так, газелист выезжает, а я хотел направо, или налево. Газелист там не за что. Так, нам надо в левую сторону выехать. Сейчас все будут выезжать на трешку. Ага. Еще раз. И можно еще раз. Вот так. Потому что нам налево нужно выходить. Вот это все. На выезд, на заезд на трешку. Как-то так. Вот это дом, вот это тульская метро. А, как называется? Лодка, что ли? Или Титаник? Дом Титаник. Очень длинный дом. Очень. Сколько подъездов, не посчитать, не знаю. Вот такой вот заказ. 1250 почти. И нет заказов. Вообще не скинул. Вообще. Поездка в тишине. Конечно же, конечно же. Врубаем тишину. Так. Коэффициент, конечно, немощный, скажем так. Немощный, нема. Ты мой цветочек. Ты мой ангелочек. Успеем? Раз, нет машин. Два, нет машин. Брык, брык. Вот это слышите? Слышали, да, наверное? Сейчас покажу. И когда неровности проезжаю, трык-трык-трык-трык-трык-трык, стойки стабов поменял, и не ушел звук. Во-во-во, слышали? Смотрите, как Яндекс ведет. Смотрим. Банк Авангард. Окей, вот с правой стороны банк Авангард. Подъехал, все четко. Поехали. Он нам рисует развернуться, поехать в эту сторону, нежели прямо проехать и вот так выехать. Здравствуйте. Доброе утро. Москва-Сити? Да. Пожелания будут? Пожелания по поездке будут? Ну вот. Москва-Сити единственное. Все, все хорошо. Как она, Москва-Сити? Блин, 10 секунд загорелся светофор. Отвечаю. Вот здесь, смотрите, важный момент, важный. Смотрите, видите светофор? Здесь нету обозначающих знаков стоп-линии. Многие просто вот здесь стоят, вы видите, вон? На правом, крайнем правом ряду есть обозначающая линия. И это не идет сюда. А наш стоп-линия вон там.
То есть та линия, она только на правую полосу. И всегда здесь вот стоят все. Но Москва-Сити, она прекрасна. 16 минут, 1190. Так. Чуйте. Это я возьму. Пофигу на километраж. 9 км. Не буду ждать, конечно же. Девушка все-таки выждала меня. 6 минут, 929. Прекрасно. Завершаем. Плюс 2, плюс 2 балла. Ох, как полихает же есть. Давай, скидывай заказ. Домой включился, сразу же получил. Куда заказ? Правильно. Все правильно. Шереметьево, ё-моё. В оплатке. Да. Вот куда суешься, а? Так, 52 минуты. Блин. Мне срочно бы попасть домой. Платки. Почему он вызвал по платке, я не пойму. Ну, по бесплатке же то же самое. Ну. По бесплатке поедем, наверное. А, объясню почему. По платке же дешевле, наверное, или такая же цена, и из-за этого выбрал по платке. Не, ну я просто вообще в шоке. Ну, вы это видите? Ну, как так можно было умудриться, да, попасть в эту пробку? В итоге показывал по платке дольше, но пока я проехал в Химки половину, 2500 закрылось. Замечательно. Это хорошо очень. И пока ехали, дольше получилось. Блин, запереживал я перед девушкой. Ладно. С братухой встретился, шланг на AdBlue дал, красавчик, по-братски от души. А Дима встретился, у него там белая BMW, я же катался, показывал. Так, вот ты урод вонючий, а? Реально, вот таксисты, вот реально. А Дим, прокомментируй, ё-моё, этого таксиста. Просто едем в левую сторону, вот так. Аккуратный, да? Во-во-во, что творят, я не знаю. Куда ты едешь? Я домой. Промежуточный итог пятничной смены. Да, белая машина пачкается, конечно. Хуже, чем черная. Промежуточный итог 7 946. Вечером выйдем на 12 часов. Как-то так. Я очередь не стал заезжать, потому что мне домой отдыхать вечером с криками. Все, всем хорошей смены. У европейских автомобилей дизельных, пригнанных, да, скажем так, из Европы, там, из Германии, туда-сюда, из Кореи, у них идет вот такая вот мочевина. Это называется AdBlue. Это для того, чтобы экология. Это все из-за экологии. Мне просят долить. Мне остался на 1200 километров AdBlue. Там 4 литра примерно. Мне нужно сейчас залить 15 литров примерно. Ну, до полного, да. Вот, поэтому сейчас что, заливаем? Опустошил полностью. Полностью. 14500 запас. Объем 0,100. Ну, то есть 0,01, это значит 100 грамм израсходован. Как-то так. Бутылка. Ой. Такой вот Синтек 20 литров. Блин, 20 литров полностью залез. Ну, я там пролил, конечно, где-то пол-литра максимум пролил. Так. Все, отдыхаем вечером. Ну что, дорогие мои уцышки, блин, столько ям, вот, не поверите. В каждом метре ямы, дыры. Так. Блин, колеса нужно будет потом выравнивать, ну, точнее, диск. Едем, шарик,
взял проводника, 30 минут, 23 минуты, а ехать, ничего себе, 33 минуты. Ну, пока я доеду, я уже там буду, пока закончится, все. Дорогие мои коллеги, когда вы в шарик едете, смотрите, видите, камера появилась новая. А, до платки получается вот одна камера, после платки не было камер. Вот впереди у нас разворот. Когда из большой парковки выезжаете, разворот же есть. Вот так, видно, не видно. Хорошо присмотритесь, с правой стороны на столбе висит камера. Вот она. Увидели? И с той стороны тоже есть. Аккуратнее будьте. Не гоняйте. Вот я 60... Сколько я проехал? 75. Имейте в виду. Ну что, залетаем в очередь. Первый из 5, 10 минут. Все, ждем заказик. Два бустера. Возьмем? Возьмем. Куда бы это ни было. Поехали. 1.25. Сейчас промокодик активирую. 6 минут подача. Смотрите, видите? Обратно отчет идет. 6 минут подачи. И можно включить через 5 минут, когда 1-2 минуты останется. Ассаламу алейкум. Так как я уже рядом, я включаю промокодик. Все. Погнали. Что у нас? До скольки? 8.22 заканчивается. Дом, студия, концертный зал, дорога, аэропорт и дорога, вокзал. И приземлился сразу, пацанам группу написал. Дорога до студии, значит, нас встречает Москва. Не поддакивай, не чуди сам, делай себя сам, не надо верить чудеса. Если вдруг одни берешь, значит, ты дома, брат. Эти строчки дойдут до тебя по-любому, брат. Вид из окна мне напоминает, кем я был в детстве. Сына никогда не смотри на людей сверху, делай по-чистому, если даже играть, чтобы сойти с ума, не что нам не надо употреблять. Пусть будут ямы под твоими колесами незаметны. Мне московский воздух напомнит наши моменты, где мы лазили с теми, с кем уже не будем потом. Я еще улыбаюсь во все на 26-м. Шучу мы на 24-м. В памяти стерт и оставлено, но больше, чем оставлено, походу стерт. Грани души среди высоток не просто найти, но четко выкупают тех, с кем слышу знакомый мотив. Под черные колеса стелится мокрый асфальт. Ставшие глаза кричат, что мне нужно поспать. И затянул тебя, выдул и выкинул. Оба знаем это, нам обоим было выгодно. А ты все о чувствах, я думал, ты уже выросла с этого вымысла. В моей голове планы, схемы и домыслы. На черной машине объезжаем конусы, полосы. Вдоль этой дороги только... Набирают цифры, залетают братьями. Не надо нас искать, мы постоянно на Арбате. Я шили пиха встречи, я работаю на хате. Я спасибо, что спросили, мы без бартера, мы платим. Я долго работал, чтобы двигаться на фарте. У всего цена, просто важен тот, кто платит. Я тут все по-другому. Ну, 31 минута, 2.900. По платке поехали. Хорошие пассажиры. Так, и дальше. Погнали работать. Комиссию не снял? Не снял. 1 рубль комиссия. Вот так вот. Делаем грязь. Ну объясните, друзья, ну как так? КВН, московский самый главный, планета КВН. Стою на третьем транспортном, там дальше остановка. А, камеры я вроде бы не вижу. Ну а сколько нужно-то стоять? Сказали, что уже выхожу, вот так вот выглядит. Уже платное ожидание, 3 минуты. Ну где моя пасека? Вот главный выход с той стороны и с этой стороны. Я с этой стороны подъехал. Ну, где они? Жесть. Номера закрыл. Ну, мало ли, кто-нибудь щелкнет. А, кстати, на экономе, братану. На экономе, братану, Рио. Салам алейкум, брат. В руку поднял. Долго заметил. Поздно заметил. Извиняй. Не, ну что это за ерунда? Подождите, одевается. Ну, ё-моё. Друзья, ну так же не надо. Ну, вроде бы нету здесь камер. На столбах обращайте внимание. Нету? Нету? Нету. Ну, номера закрыл. Вроде бы, если одну букву закрыть, не будет же фоток? 23 минуты с копейками.
1000 с платным ожиданием. Сколько ожиданий было? 120. Нормально. Так, обратно выезжаем. И следующий заказик 1.0 с копейками. Петровские линии, короче. Блин, камеру надо протереть. Так, 12 минут. Знаете, что говорят? Что-то у вас в машине так неприятно пахнет. А они с бутылками пива зашли. Братан, подожди, пожалуйста, по-братски. Куда ты торопишься? Ага. Я ему говорю, сильно пахнет? Типа, у меня люк открыт, окна открыты были. Они такие, ну, неприятно пахнет. Окей. Ты мой цветочек. Ну, Патрики, как обычно, ё-моё! Киану, из Киану. Блин. Вроде с этой стороны маловато чуть машин. С той стороны прям жесть. Жесть стоит. Ну, здесь половина. Нормально. Не люблю я Патрики в это время. Смотрите, только здесь пробка. В центре. Ага, ДПСник тормознул. Бетон тонированную машину. Ой, ё-моё, ещё даже лобовое все затонировано. Эльдар, сюда не сунься, братан. Тебя тоже тормознул. 0.5. ЕАО. Где мои пасеки? Блин, человеку 1000 раз объяснил, где я стою. И там пробки дикие в этом Патрике. Я больше не хочу туда суваться, честно признаться. Давай заказ, Патрики. Да, как и заказывал, ё-моё. Малая бронная. Ну ладно, пофигу, чё. Чё? Малая бронная — это и есть Патрики. Сволочь. Представляете, вот эта камера меня сфотографировала на 3000. А так вот так нельзя ставить. Её тоже заберут скоро. Людям как бы особо. Здрасте, вы ко мне? Да. Вот эта просто камера уже на 3000 пришла, пришел штраф. Выходи. Да. Занять. 13 минут. Конечно же, ребенка не было. Тишина. 1.8. Где горит? Промежуточный итог. 10-200, 2012-200 и плюс 8. Итого 20-ка. Смотрите, что за заказ получил. Но это нормально, адекватно, нет? Ну, примерно так он выглядит. Но побыстрее будет. Потому что здесь можно вот отсюда заехать. Да. Друзья, двигаемся. Что расскажешь? Мой. Бывает. Ребята, полностью помою. Да, ничего не слышно. Говорю, 500 рублей помою. А? Нормально. Короче, H9, да? Четкая тема же есть. Помыл. Более-менее на машину похоже. Это что? H5. Нормально. А вот еще пример. Вон туда. Пример же есть, братишка-утишка. Все нормально. Слишком грязная была. С подсветочками. Thank you.
Чё ты скажешь? Нет, здесь нельзя. Короче. Ух, откройся. Смотри только. Серьезно? Да. Бля. Что за вот Китайос? Да. Китайос. Короче, не знаю, что это такое. Ага, подсветка сразу же меняет. Ничего себе, задние пассажиры могут подсветку сразу же поменять под свой вкус. И? Задние пассажиры сами могут подсветку менять на свой вкус. Походу. Да. Короче, машина 20 тысяч пробег проехала. Сколько платишь? 8? 8 500, короче. Пылесосок нету ни хрена. Да. Люк, мюк. Полная комплектация? Да. Да? Массаж, сосаж, все есть. Да, не знаю. Я бы, честно, не купил. Вот этот аппарат. Номер, смотри, какой красивый. Уф. Да? Ну-ка, вообще давай. Стыдно. Угу. Это вот сегодня с 4. Нет, нам главное заказы, да? Из шарика. Из шарика куда? Деревня Степа. Это тот, да, который купит? Нет, это. Это вчерашний. Вчерашний. Вот еще. Ого. Платная дорога. Туда же. Ну, нормально, человек. Ты на нем не успел это самое, да, промокод? Ну, что кайф, это 25%, бля, не 30%. Ну, тоже, да, так себе. Тоже шарика, коротыш. Не, это возле шарика. Бизнес, да? Это, да, бизнес. Ну, 46 минут ехал, это многовато. Ну, бизнес, скажи, бизнес, мать ваша. Так, теперь это... Из шарика. Он только так шарик катает, потому что он в лобне живет. Нормально. Без коэффициента, без всего. Сколько ехал? 34 минуты. Кайф, кайф. Ой, братан. Сколько ехал? 38 минут. Нет, не очень. Вот это самый первый норм был, кажется. А, вот. VIP. Ехал 56 минут. Ну да, ну нормально. Бля, без коэффициента, ё-моё. Нормально. Можно брать эску или семерку. Скажи же. Семерку, эску не стоит. Ну почему? Китайцы лучше. Китайцы, не, китайцы не будем брать. Либо семерку, либо эску. Это будет пушка-бомба. Короче, едем в центр и гуляем. Стой. Как дела, братан? Отлично, куда едем кушать? Быстрей. Не знаю. Сейчас на Фрунзенское отвезу. Если пока до туда не ответишь, куда ехать кушать, я поеду